Скажите, почему вы не находитесь на самоизоляции? Видите, за продуктами ходил. Понятно. Поэтому нахожусь абсолютно. И все исполняю. Ну, я иду с работы в данный момент. Нам работу, у нас работы еще, как говорится, нам карантин не объявили. Я знаю, мне моей маме 93 вот будет, и она, у нее перелом шейки бедра, я езжу ухаживать. Она лежачая, мне необходимо. С удовольствием бы дом посидела, телевизор посмотрела, и много работы дома есть. Я потому что ухожу в поликлинику на процедуры, то есть я выхожу одна. Ни с кем не здороваюсь, ни с кем близко не подхожу. Нахожусь. Сейчас куплю программку, зайду в аптеку и домой. Не подскажете, почему вы не в самоизоляции? Нет, не подскажу. Не переживаете за здоровье своих близких? Переживаю. Как считаете, вот люди, которые должны находиться на самоизоляции, ну просто гуляют, ходят вечером? Ну это дурость. Извините за грубые слова. Все надо выполнять. Я вообще-то всю жизнь дисциплинированная, поэтому я все выполняю. Просто такая необходимость. Я считаю, что это неправильно. Раз вышел такой указ, что надо дома сидеть, это уж просто необходимость, когда уже некуда деваться. Тогда другой вопрос.